я сделал свою первую карту. Да, я в первый раз делал что-то полноценное в Хаммере. Конечно, я и до этого делал карты и даже выкладывал их, но либо я переделал чью-то карту, либо мне очень сильно и много помогали, либо же я кому-то помогал. Что же такое GM Lunar Core? Это небольшая, но атмосферная сэндбокс-карта с красивыми видами. Однако, помимо этого, карта может дать вам еще кое-что. На ней я проработал AI-ноды. Что это такое? Это когда NPC понимают карту и знают, как ей пользоваться. Все еще непонятно? Смотрите, NPC понимают, где на карте укрытие. Если NPC боится, он убегает и прячется. Или они понимают, где не смогут спрыгнуть или перепрыгнуть. Также карта предоставляет нам просторы для паркура. Разные выступы, крыши, есть где разгуляться. Карта вдохновлена цветовой гаммой и архитектурой игры Inside, городскими видами Dishonored и невероятным гигантизмом Risk of Rain 2. Также карта подойдет для съемки машин, позингов и прочего. Но самое главное, то, что я больше всего люблю в картах, это пасхалки и скрытый лор. Он тут есть, но раскрывать его я вам не буду. Я предлагаю вам самим заглянуть на карту и изучить ее. Главное, помните, все не так очевидно, как кажется на первый взгляд. Качайте карту по ссылке в описании или в закрепленном комментарии. До субботы.